В каком состоянии городские фасады и заборы на гостевых маршрутах после чемпионата мира? Этот вопрос на особом контроле городских властей. На первом заседании рабочей группы с участием представителей областных министерств о выявленных недочетах докладывает каждый район. Основная проблема – новые граффити, сломанные ограждения и рекламные объявления. В преддверии чемпионата только в Ленинском районе обновили 250 фасадов. Практически половину нужно красить заново. С учетом анализа вот ситуации по гостевым маршрутам, и мы понимаем, что требуется еще продолжать работу по покраске фасадов МКД, это в основном 6-7 категория, которые все равно на виду. Мы вот эту работу в этом году выполняли, привлекали инвесторов, это на улице Пушкина-Чкалова, на углу серой краской мы там красили ряд домов. Конечно, эту работу необходимо продолжать. Такие здания есть в каждом районе. Проблема не только в рисунках. На некоторых зданиях осыпалась штукатурка. Также есть участки, где необходимо восстановить ограждение. Выявили и места, где остаются провалы плиточного покрытия. Мы вам по каждому министерству выборку сделаем, какие замечания в рамках мониторинга выявили, какие договоренности достигнуты. Просто вам на контроль и на содействие, конечно, в решении этих вопросов. Глава города поручил исправить все выявленные недочеты и продолжить мониторинг ситуации. Заседания рабочей группы по сохранению наследия чемпионата мира будут проходить регулярно. Лариса Шалафаст, Николай Сидоров. События.